Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале FIFA by Girl. Мы встретились с вами в 22-м году, в январе. Ну что же, у нас, как всегда, 50-50 у меня отношение ко всему происходящему в этой карьере, потому что опять, вот что бы ни происходило, у меня все равно невероятные сложности. Ну что ж, надо как-то проблему это решать. И сейчас я вам покажу, как. Погнали. Четвертая строка. Сити машина. Ничего нового. По календарю. Брайтон АПЛ, Шахтер ЛЧ, Вулвергэмптон и Челси. Ну, наверное, какой-то кубок здесь появится. Нам же необходим француз, скажете вы. Естественно, отвечу я вам. Но нет, не француз по имени Кириан Мбаппе, потому что на него у нас просто не хватит денег. Погба выставлен на трансфер. Доку на трансфер. До свидания. Зимой уходи, ты запарил. Вы скажете, Марина, ну подписывай Мбаппе. Мне там писали комментарии. Давай этого продай. Так и я не имею, не получится. Погбу никто не берет. А товарищ Доку только выставлен. Но, может быть, это произойдет зимой, а может быть, следующим летом. А пока, посмотрите, он до сих пор безработный. Правда, ему 35, но это не важно. Посмотрите на эти статы. Какая нам, собственно, разница? Разгон нулевый. Завершение 83, но я думаю, он выйдет помочь. Обсудить переход с Каримом Бензема. В ротации, Карим. Все, он согласен, он все понимает. Так, 3 года. Ой, он хочет играть до 38. Ну, я его потом в обменник кину, если что. 92. Все, за 92 тысячи подписываем Миссио Карима Бензема. Вы видели, какой у него модный агент? Он взял себе 19-й. Да нет, Карим, бери 9-й. Ну что, он же уже не развивается, естественно. Да, у него все вниз, но ничего страшного. Смотри, у него еще может скорость рывков покачаться. И завершение. 4 недели, правда. Пусть будет, да, вот такой поздний трансфер подъехал. А что делать? У нас Брайтон с 14 места, которые играют в 5 защитников. Лэмпти на ЦЗ у них. Это, конечно, все интересно. Лэмпти, метр сколько, 70? Обойма выходит, потому что ставка на АПЛ у меня. Все, погнали. Давай. Да, мне писал Владимир, мой подписчик, который шарит за схемы тактики, что Райса, возможно, надо продавать. Да ну, я бы не сказал, что он медленный, он надежный. Тут не дело в опорке. Да, возможно, был странный переход, обмен, точнее, Варана на Маркиниша, но все-таки Варану уже 30. И он не особо вот прям не казался каким-то прям надежным. Как Де Лихт, например. Или вот Маркиниш меня тоже очень даже радует, ребятки. Ну, по крайней мере, так мне кажется. Понятно, что он не молод, но он хорош. Ой! Как потащил! Как он потащил! Ладно. Вот еще у нас какая-то проблема с реализацией. Блин, ну Эрнандеса 95 скорость, по-моему. Я, кстати, этого не ощутила пока что. Вот мы проваливаемся, к сожалению. Бруно там это Райс отрабатывает. Нормально бежит Райс для опорника. Очень даже неплохо. Да это, блин, не офсайд, да задолбали! Ну как это все не офсайд, а нет, как черт из табакерки вылетают всегда. Не понимаю, как, ребят, это не офсайд. 1-0 Брайтон повел. Нет, и как будто опять FIFA подкручена. Опять тяжело играть. Ну то есть, у меня нет понимания, как играть в эту игру. Она, блин, сломана, правда. О, видите, что они делают?
Держи, 1-1. Нет, правда, игра сломана, потому что каждый раз какие-то провалы у нас в обороне. В 5 защитников играть, что ли? Не хочу. Ой, хорош, Санчо. Давай, Манчестер. Ну вот в каждой игре мы пропускаем практически, ну, всегда первые. Я, да, пошла ва-банк, вол-ин, как хотите это называть. Я бестов собрала, ну, попробовала. И то не на все позиции, как вы видите. Мбаппе мы еще не приобрели. А месье Неймар тоже еще. Ну, не тоже еще, а вообще не с нами, как бы, как некоторые покупают. Там Неймаров сразу, Мбаппе. Нет, у меня нет было желания так делать. Вот эти автоблоки. Вот вы видите, что происходит? Это просто жесть. Возможно, не хватает каких-то ударов Погба, потому что Погба у нас был сломан. Но я его продаю, ребят. Я на него не рассчитываю. Ну, ой, я думала, уже гол. Да. О, вот этот тренер, крутой чувак. Он спал с бомжами. Чтобы поддержать, ну, правда, как бы это не смешно звучало, бездомными, проночевал, где бездомные тусуются. Да! 1-2. Забыл, как его зовут. Вот этот, короче, тренер, он в октябре-ноябре 21 года в поддержку бездомных пошел на улицу, там всю ночь проночевал, типа... Я поддерживаю бомжей бездомных. Красавчик. Просто красавчик. Вы представляете какого-нибудь нашего российского футболиста или тренера, который такой... Поддержу-ка я бомжей. Ну, типа... Респектос, конечно. Но все понимают, что такого бы не произошло. Ну, блин, куда? Роналду! Бруно. Отлично. 1-3. Я не понимаю эту игру. Она стала реально качелями. Туда-сюда. 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 Качели. Это какой-то прикол. Криштиану голевая. Да, проваливается. Брайтон. Бруно не сразу мяч принял. Но это не помешало ему забить. Ё-моё, мимо. Так, перерывчик. Пока что такой же состав. Скоро выйдет Карим. Посмотрим на него против Брайтона. Дадим ему почувствовать АПЛ. Я не знаю, получится у него или нет. Все-таки ему 35. И скорость у него вообще нет. Ой-ой-ой, красиво было. Там вратарь здорово сыграл. Ну-ка. Волтон. Наверное, созданный игрой, чувак. Наверное. Не уверен. Ой, ну красиво все разыграно. Под прессинг они попали, под каток наш. Опять тащ. Нет, вратарь хорош у них. Старается. Ух. Вот и Донарума в деле. Ближку держит. Бэмфорд из... Красота. Из Лидса перешел в Брайтон. Давай-ка заменки сделаем. Криро уже подустал. Бензима, прошу в команду. Санчо подустал. Дубль сделал, да, Санчо? Гринвуд выходит. У нас, кстати, очень многие устали. Пока две замены. Вот оно, первое появление Карима Бензима. Может, на сезончик хватит там его, а там мы его в обмене кинем по Мбаппе, возможно. Ну, давай, Карим, алле-алле.
Карин такой забавный в этой маечке короткой. Офсайд. Да ё-моё, ну как же отдать этот пас? Да, слушайте, ребят, пока вот второй тайм ужасный. Пока у меня ничего не получается ровным счетом. Ой, как красиво, но опять вратарь. Да, Бензема, конечно, медленный. Годой, давай выходи. Вместо Бруно. Сможешь на цапнике, я надеюсь. А может, подожди, может, Бензема сможет на цапнике? Он же ЦФД. Ну да, лучше его сюда пониже поставить. Ну-ка, Маркиниш, накрыли. Он умеет забивать. Он за Париж много забивает. О, капитанскую себе забрал. Да как он все фиксирует? Что за сумасшедший вратарь? Боже мой! Вообще не упускает возможности спасти чаек. Ой! Мяч с ноги сошел. Да, но Бензема, конечно, пока оставляет желать лучшего. Ну, кстати, в Ultimate он в режиме, он очень хорош. Ну, как я посмотрю, ребята играют за него. А в карьере тут уже, конечно, года прошли серьезные. Ну все, ребят, победа 1-3 над Брайтоном на выезде. Тяжелая волевая, но победа. Так, ну судья! Ой, у меня уже никто не бежит, подожди. О-о-о, прекрасный, прекрасный удар. В стиле регби. Поздравляем Манчестер, 1-3. Санчо, дубль и Бруно, по-моему, забивал. Так, у нас ЛЧ. Шахтер, между прочим, идет на втором месте. Он тоже выиграл свою игру. Тренер, я удивлен. Слушай, Даку, я не знаю, чему ты удивлен, но я удивлена твоей игрой. Просто игры нет. О, ребят, розовый пиджачок. Все, зашибись просто. Теперь мы на стиле. Теперь это повлияет на команду. В дождь играем на Донбасс-арене. Ничего себе, там у них Конопля вот этот, я знаю. Шевченко на воротах. Майкон. Погба, давай. Может быть, ты сможешь выйти, забить. Тогда нам скажут. Вот так вот. Вот такой результат. Давайте мы его купим у вас. Полетели. Ну, группа, в принципе, проходимая. Лейпциг единственный, наверное, такой, если прям по имени смотреть серьезный. Ну, Спартак тоже, но сейчас у него не лучшие годы, если в те времена брать. Ну, хотя, посмотрите, что он в ЛЕ творит. Лайкос. Очень рада за них. Ну, тут, конечно, надо проходить Шахтер. Всем болельщикам Шахтера тоже огромный лайк. Респект. Симпатичная команда. Много нам подарило бразильцев. Надеюсь, вратаря этого мы прошьем. Годой у нас, да, Роналду на лавке, но... Так, резерв. Вперед, Донни Ван де Бек. Верю в твои волшебные удары. Там еще и Погба на лавке. А, вот как они так нас легко делают. На рывке. Браво, Дин Хендерсон потащил. Трауре. На рывке нас ловит. Про Пелистри мне писали, типа, он же тебе не нравился. Ну как не нравился? Мне хотелось, чтобы он развивался. Я его в аренду отдавала. Но это пипец. Это пипец. Такое не вытащишь. Эланга, у него рейтинг не очень, я его тоже в аренду отдаю. Но мне некогда их развивать. Взяла Даку, который в реальном футболе в том сезоне был невероятно хорош, а в этом он плывет. Ставка на АПЛ у меня, но ЛЧ тоже очень важна. Да что ты, блин, делаешь, Дин Хендерсон? Что ты там тусишь там в углу, я не понимаю. 2-0, ребята, 11-я минута. Ну, Шахтер. А, он ближку шел закрывать. Ну, Шахтер. Дела не очень. Мы даже не можем побежать к воротам к чужим. Мы просто обороняемся. Вы понимаете, какой градус напряга здесь? Сейчас опять будет гол. Нет, Дин Хендерсон спас. Ну так сильно, серьезно. Ну как можно-то?
Ну как можно так лупить? Боже мой, ну игра, ну не издевайся. Не, ну это все, игра не хочет, что мы тут что-то сделали. Теперь надеемся на то, что со Спартаком лучше сыграем. Ну это, блин, ребят, ну посмотри, что они, какие комбинации у них проходят. Не, ну все, это проигрыш. Крупнейшее поражение. Если скрипт включился, ты ничего не сделаешь. Смотри, пяткой. Этот назад сейчас. И слета. О, боже. Понятно. Мимо еще отдадим. Дин Хендерсон спас. Ну не, ну посмотри, ну все они тащат. Все они фиксируют. У меня уже два момента железных. Не потащил, не забили мои парни. Так, давай, Криштиану, выходи. Погба, выходи. Я не знаю, сможешь ты что-нибудь? Нет, и Санчо. Выходи. Понятно. Один есть, Криштиану. Радуемся. Нам забивать и забивать еще. Погба голевая. Красиво, с разворота. Так. Фух, Дин Хендерсон, спасибо. Да блин, да что такое? Можно Люк Шоу, пока он там развернется, пока он все поймет. Нет, жесть просто. Просто жесть. Да я не знаю, ну как, почему все перекрыто? Я пас отдаю, они все перекрыты. Так, я в сверхатаку пошла. О, все, тут просто провал. Все ясно. Ну, проигрываем этому Шахтеру. Ничего не тащит Хендерсон. Класс. Четыре два. К сожалению, этого мало. И красиво. Опять Погба голевую отдал. Опять с разворота Роналду. Люк Шоу вообще не спеша идет, никуда человек не торопится. Все. Проиграли 4-2. Очень тяжелая игра была, выматывающая. Ты еще не свистнул? Я думал, ты уже свистнул. Вот теперь все. Поздравляем, Шахтер, они на первом месте. В нашей прекрасной группе. Ну, они нас переиграли. Ну, по ударам вообще все провалились. Наш Нкунку опять провалился. Надеюсь, Лейпциг со Спартаком ничего откатают, чтобы нам было комфортнее, так скажем. Ну, мы пока на втором месте, а в любом случае. Вот и розовый пиджак. Не помог. Так, отчеты приехали. Ну, давай. Из Бразилии. Ну, нет. Крутая у тебя прическа, но тоже нет. Из России. Бестов пока нет. Да, 64 потенциал, 72 потенциал. Спасибо, не надо. Из Англии. Да вообще, ну это прикол. Смотри, 48-66. Ну классно. Игра опять поехала крышей, что ли, я не понимаю. Как сыграли Лейпциг? Спартак выиграл. 1-0 на выезде. Ну пока у нас вот второе место, ребят. Надо со Спартаком победу одерживать. Лейпциг проиграл в две игры. У них вообще дела плохи. Мы на пятое место скатились. Так, ну что у нас там сегодня? Кто? Челси в итоге? Да, Челси. А, у нас кубок с Халл-Сити 24-го. Понятно. Окей. Кубок Карабао Кап. Ну, Халл-Сити прикольный соперник. 5 защитников они играют. Ясненько. Ну, давай. Полетели.
Ой, как красиво дугой так, но мимо. Ну, красиво было разыграно. Санчо в прекрасной форме. Блин. Не успели добить. Я вижу тебя. Это сильно. Ика, Ика. Говорю, Ика, давай забивай, Ика. Криштиану. Прекрасен. Какой-то защитник 36 номер не вытащил. Мы первые забили, кстати, ребят, заметили, да? Мы обычно всегда первые пропускаем. Ой, ну опять выше. Санчо, соберись, друг. Ой, ну красиво могло быть, но опять этот Са спасает. Без геймфейса. Бруно. Здорово, здорово, Бруно. Блин, как же он дотянулся, а? Надо еще один. Блин. А, прям защитника. Здорово, здорово сейчас играем. Ну вот опять, блин, почему не проходит последний пас? Ой-ой-ой. А вот у них забивают, ребята. Пепе. А у нас не забивал такие Санчо. 1-1. Контратака. Не успевал Ван Бисака. Никто не успевал. Да, Роналду пипец не бежит. Ну давай Годой. Все, Роналду уже устал. Гринвуд давай вместо Санчо. Инкунку. Я не знаю, что делать. 1-1. Очень опасно. Очень скользкий был счет. Давай, Нкунку. Да! 2-1! Аргентинский маэстро. Хьюго его зовут. Годой. В нужное время, в нужном месте. Здорово там Кунку отдал и Решфорд голевую. Блюм, плюм, блюм. Ты чё отлетел-то от мяча? Ты чё от мяча-то отлетел? Донарума спасает. И Кане, который Фиорентину перебрался из Лиля за 15 миллионов. Ну все, свисти! О, боже мой, 2-1, ребята, это было очень потно. Сейчас у нас проверочка с Челси. Да уж. Годой спасибо, и спасибо Донарума. Фух. Ну, в принципе, все то же самое. Наверное, Погбу я поставлю, правда. В резерв. Так, кто там у них? Ну, все понятно. Ну, погнали. На выезде. Надеюсь, справимся. Мне все равно, кто там. Челси, Сити, Ливерпуль. Мы всех вынесем. Денайер. Вот, он уже ошибся. Он уже в шоке. Смотри, как они играют. Пас-пасик? Не, мы все... Фиксируем, да уж. Блин, вы видели? Это прикол. Теперь машина у нас Челси, да? Вайли забивает. Вот тут вот. Я даже не знаю, как искусственный интеллект это сделал, правда. Как он сразу подключился. Да, Леон Бейли забил. Не, мы сейчас два забьем, и они успокоятся. Да ну это что такое? Это Хаверс? Ну как такое тащить, я не понимаю. Блин, ну это жесть, это просто ужас. О, да, ясно, зашибись. Я не знаю, ребят, как нам играть с этой командой, вот Донарума в деле.
Не, ну Челси это просто ужас какой-то. Да, блин, ну я вообще не успеваю, я уже там смотрю, они уже бьют. Как? Это работает. А, пенальти, да? Ясно. Он его не трогал, он там чуть коснулся, все. Тащим. Вообще невозможно, их уже там 10 человек. Как играть с этой командой? Игра! FIFA! Ты издеваешься надо мной? Ну, FIFA. Не, ну два я могу забить. Ну, куд... Не, когда такое лупят мои парни, все, это значит, мы не выиграем. Так, я в атаке. 4-4-2. Не знаю, что делать. Давай. Райса снимем с игры. А сюда выпустим Бензема. Так. Два один. Бензема. Как он с пейсом 60... Сколько у него там? 9-67? Убежал, я не понимаю. Ну, тут вот он. Риса Джеймса. Прошил. Проткнул там мяч как-то. Так, я только подумала, что Лукаку куда-то свинтил. А он выходит. Ну, блин, вот почему Роналду-то не убегает так же? Пожалуйста. Так, 2-2, и мы Бруно снимаем с игры и выпускаем Погба. Мне почему-то кажется, что он зарешает. 2-2. Пока в этой же рабочей схеме остаемся. Бензема гол плюс пас. Слишком сблизился к Криштиану, но забил. Ну как? Ну как? Ну такой пас тебе вырезал, ну Криро. Блин, ну пожалел, пощадил их. Ну это надо было забивать, блин, ну. Да, спокойно, 2-3, спокойно, ничего себе. Научился Роналду. Сейчас сверхзащитную пойду, я не знаю, поможет это, нет. Смотри, Бензема. Отлично. Да, да, да! Мы сделали это! Мы с 0-2 сделали 3-2. Там еще и Донарума пенку вытащил. Тухель, смотри, как изменился. Розовый пиджак. Я говорю, все зарешает. Фух, раз нам показывают Маркиниша, значит, он там лучший игрок матча, наверное, стал. Ну, кстати, ударов практически равное количество. Мы и по XG выиграли. А, Роналду, Бензема. Не, Маркиниш вообще там внизу. Шикарно, Бензема. Ну вот, когда в два напа, тогда шикарно. Ну вот Сити выиграл, блин, это плохо. Ну, опять же, два напа не всегда срабатывает, но здесь прям на каких-то морально-волевых вытащили. Так, а у нас тут еще и Спартак. Может, сыграем со Спартаком? Давай еще бонусную игру вам со Спартаком сейчас запилю. Соболев, Мирзов, Промес, Крал, Зобнин, Мозес, Рассказов, Жиго, Куфрие, Маслов,
Селихов. Вот Селихова пробить будет сложно, но мы постараемся. Тамори Минги. Так, давай-ка я фуфану бахну вот сюда еще, подожди. А теперь полетели. Последняя игра, ребятки. В этом выпуске. Так, Мейсон. Убегает от рассказывает о пенальти. Это пенка сразу. Развел по углам, даже я не стала обманывать, просто туда сразу целилась и все. 0-1. 10-я минута. Быстрый гол. Никто не покупает ни Погба, ни Даку. А нам нужен Мбаппе, чтобы Роналду с лавки выходил. Отлично. Так, опять. Они знают, куда бить. Вешаю. И давай. Нет. Нет, ничего не получилось. Сняли. Мяч с ноги у Бензема. Блин, у рассказывал фланг прочитан должен быть. Блин, Погба. Ну что такое? Пятками здесь будете играть? Ну как? 1-1. Ну вот как? Мирзов. О, да. Что это было? Фуфана проспал эпизод. Ну, ё-моё. Селихов на месте. Ну, Кунку опять провалился. Его вообще не видно, не слышно. Роналду выходит. Я не знаю, что с Нкунку, ребят. Я без понятия, что происходит. Чтобы немножко успокоиться в ЛЧ. Забери. Фух. Хорошо, ладно. Блин. Меня поражает... О, боже. Что он сделал? Меня поражает иногда, как играет МакТомини. Настолько тупо. Посмотри, как Хендерсон спас нас сейчас. Давай, Санчо. Надо забивать. Хватит уже. 1-2. Джейден Санчо вышел и забил. Потанцуем. Ух ты, Бензема себе капитанскую забрал. Танцы в Москве. На Спартак-арене. Ой, хорош. Я что-то не понимаю. Вильямс, ты собираешься блокировать вообще? Давай, Карим! Спартаку! Ладно, отдай. 1-3. Джейдон Санчо в прекрасной форме. Ну, тут мы должны, конечно, выигрывать. Я не знаю. Сомнений у меня нет тут. Но все-таки резервом тяжело играть. Но Селихов молодец, тащит, как и в реальном футболе. Роналду вот, кстати, вышел, его вообще не видно, не слышно. Тихо, 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 угловой. Мяч до него просто не доходит. Ну как, блин, такое проходит? 2-3, ну как такие перепасовки? Соболев Саша забивает. Ну как? Тамори, Фуфана, вы друг друга вообще что не понимаете? Давай, Мейсон. Все. 2-4. Я не знаю! Я не знаю, почему мне так тяжело в этой защите играть. Боты с подкрученными скиллами. Ну, тут, кстати, я не была уверена, что мы забьем. Я уже когда отдавала, все было перекрыто. Но защитники не прочитали мой пас. О, видите, что? Видите, что происходит? Я не знаю, блин, как это все...
Как это все читать, ребят? 3-4. Ну, Спартак, браво! Мои аплодисменты. Это смешно все. Перестрелка. Густиль забивает. Все, победа. 3-4 мы обыгрываем Спартак на выезде. Очень странно все это было. Наша защита, конечно, вот такая. Но наш розовый пиджак решает. Они нас переиграли по ударам. Да. Купите Погба у нас, пожалуйста. Шахтер проиграл Лейпцигу. Вот хорошо. Шахтер сейчас теряет очки. Мы на 4-м месте, ничего не изменилось, но Сити уже на 1-м. 3 очка у нас от 1-го места. В следующем выпуске мы сыграем с Ньюкаслом основой, потом с Халом выйдет резерв, потом Борнмут и снова Спартак. Может быть, и с Эвертоном сыграем. Ребятушки, спасибо вам за то, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Ставьте свои лайки и оставляйте свои комментарии. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока. Болейте только футболом.